Темы, которые звучат в исполнении участников конкурса, разнообразные, но все они о родном и понятном. Оценивали артистов по нескольким критериям. Техника, как поет участник, артистизм, сценический образ и выбор репертуара. Хочется сказать, что вы, ребята, на правильном пути. Историю нужно помнить. Ну и конкурс – это то мероприятие, где всегда есть победители. И я всегда говорю о том, что на конкурсе не бывает проигравших. Самая важная победа и самая главная победа – это победить себя. Вокалисты исполнили композиции, пронизывающие до глубины души. В репертуаре песни о нелегкой доле военных, их мужестве, братстве и готовности ценой собственной жизни защищать товарищей. Мы выступаем с песней «Сердце земли моей», которая поется про любовь к России, я считаю. Я и, как мои товарищи, любим Сибирь в первую очередь. И, конечно же, Россию как страну. Мы хотим достойно проявить себя. И как бы показать то, что вот первая школа – это школа, в которой учатся творческие люди, и которые в будущем могут связать с этим свою дальнейшую жизнь. Мы представляем сегодня песню «Матушка Россия». Она очень музыкальная, мелодичная, очень энергичная и веселая, а мы любим такое. В конкурсе приняло участие 38 вокалистов. Участники представили свое творчество в нескольких категориях. Музыкальное направление, соло-любители и профессионалы, выступления коллективов и художественное слово. В каждой категории берчане взяли призовые места. У сына дрожали ручонки и зубки. Он плакал в подол ее выцветшей юбки. Всю душу ее на куски разрывая, он будто кричал, уже все понимая. Стреляют угрой, не хочу умирать!